О, да это выбери правильную круглую яму с новыми персонажами в Майнкрафте. Привет, я СКП монстр сиреноголовый. И если ты не хочешь, чтобы я оглушил тебя сиреной, то успей за 3 секунды поставить лайк и подписаться на канал. 3, 2, 1. Дочь, ты что на сундуке прыгаешь? Что там вообще такое? Я хочу прыгать, о! Папа, не трогай, это мой сундук. Это мне надо. Так. Пап, ну ты и наглый, конечно. Я тебе говорю не трогать, а ты все потрогал. А почему не трогать? Потому что это мой сундук, и я на нем прыгаю. Дочь, я тебе оставил кожаную броню. Ну сейчас я ее подожди, одену, так уж и быть, уговорил. Так, это надо вот так вот положить. О, кстати, ребята, всем привет, с вами я, Коля и Ксюша. Всем здравствуйте, ребята. А это наши новые круглые ямы в Майнкрафте. Да. И они, короче, с персонажами говорящие Анжелу. Так. Это аниматроник Солнышко. Так. Это двухголовый, пятиголовый, 150-головый сиреноголовый. Так. А это беноголовый, у него две бена. Да. Ну что, дочь, выбирай, куда мы идем. Вот. А кстати, подожди, подожди. Ребята, откройте сейчас комментарии и напишите вообще, как вы проводите лето. Весело, не весело, там, что делаете, чем занимаетесь, потому что это нам интересно. Вот. Папа, вот дочь постоянно в своем телефоне сидит, Ты что? Я хочу быть телефонисткой. Ясно, ясно. Ты выбираешь, нет? Ну, может быть, к сиреноголовому пойдем. Так, ну пойдем тогда к сиреноголовому прямо туда. Пап, ты меня ждешь? Да. Папа, мы где? Это лабиринт, дочь. Ай! Офигеть, лабиринты? Ого. А там нас поджидать, ой, что, сиреноголовый, что ли? Смотри, какие они огромные, доча. Капец, я по сравнению с ними такая малявочка вообще. Пойдем сюда. Так. Ого, там тут их еще много. Так. Так подожди, а там ты был. Ох ты ж, они несутся за тобой. Я тебе об этом же и говорю. Так. Пап, давай, давай, я сейчас их тоже наваляю. Так, ой, дочь, давай, 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 давай. Давай, куда ты идешь? Своими ногами тут машешь, блин. Так. Фух, а то мне кажется, кожаная броня очень слабенькая. А, нет, не все, дача. Не все. Тут еще один. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пап, да мы не туда пришли. Выход вот. Нет, я там видела вообще-то Соника. Так, Соника? Какого Соника, дочь? Да, он за решеткой сидел. А, точно, мы же должны кого-то спасти, здесь же кристаллы вот есть. Так. Вот именно, где он? Где он? Сейчас, а, вот он, нашел, дочь, забрал. Нашел? Да. Пойдем тогда обратно? Только аккуратно, потому что, офигеть, у меня уже половина кожаной брони сломалась, дочь, мне нужна броня будет. Пап, ну это ты же со мной поделишься. Да, нашла. О, все, возвращаемся. О. Так. Давай, ставь его, где он? Вот он. Смотри, какой хорошенький. Да. Пап. А. Пап, ты чё? Выбираешь, нет? А, пойдем к Боноголовому. Ой, блин, Боноголовый, это же очень А хорошо, что такое? Интересно. Давай, пошли, уже не бойся. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри. Мамочка. Вот это размер! Оп. Папа, что он такой большой? Ребята, и правда, смотрите, какой огромный боноголовый. Там хаги-ваги, там какие-то утки. Ужас. Папа, надо прыгать, прыгать. Оп. Пап, поставь этот point spawn. Да я все поставил, дочь, не боись. Да я просто боюсь, как ты, что ты свалишься, и я свалюсь, и все, оп, и хана. Так. Пап, аккуратно только, пожалуйста. Здесь так надо быть мега аккуратными. Тут надо быть мега супер-пупер аккуратными. Так. Дочь, давай, я смотрю за тобой. Да, пап, не надо за мной смотреть. Пока. А! Пап, ты все время за мной смотришь, я все время падаю. Это как называется, блин? Так, это, ого, еще стена. Не надо на еще меня стена. Это кто? Это же повар, повар, пап, это же повар. Это повара, это повара, дочь. Пап, знаешь что? Это обезьяний повар. Повар спрашивает повара. Ой. Смотри, дай-ка я с ними, дай-ка. Дочь. Подожди, ты что, повар? Нет. А ты слишком ты... много стрелякаешь, между прочим. Вот. Да я нечаянно вообще-то. У меня пушка, кстати, закончилась. О, дочь. А что, ты сказал, что я много стрелякаю? Пожалуй, я и заберу. Так. А... Мы отправим их лечиться. Они что, заболели? Они какие-то странные, но вроде добрые, но вроде странные. Вот это точно злодей. Смотрите, ребята, с красными глазами. Ну-ка, я посмотрю.
Так. О, нет. Вон, смотри. Одна земля падает, если честно. Так. Давай, я тебе помогу. Так, а ты что, упал? Отлично. Блин, ни тут не упала. Интересно. Одна земля. Какая штуковина интересная. Папа, а? Почему их там так много? Это посох. Они я злые? Я не пойду туда. Ай, не злые, доча. Знаешь, что мы сделаем? Они злые. Чё? Дочь, ты готова? Да. Смотри, раз, два, три. Оу! Оу, все, хана. Все утки бегут. Так, а мы сейчас с ними справимся. Так. Будь аккуратнее, чтобы они тебе по голове не наваляли. Опа. Опа! А там теперь столько же этих хаги-вагивов зеленых стоит. А мы сейчас с ними тоже справимся, дочь, готова? Смотри. Мне не очень готова, ну ладно. Запускаю. Ой. Пап, ты что сделал? Промазал. Оп, попал. Ты что, мазила? Тормозила. Оп. О, пап, ты зачем себя оскорбляешь-то? Так. Оп. Пап, они бегут. Отлично. Бегут. Так. Опа. Блин, оп. Остались, знаешь, еще самые большие головые. Смотри, тут была для нас ловушка, доча. Офигеть. Оп, а я успел через нее. Так. Мы в нее не попадемся. На. Ха-ха, ты головастик. Папа, чем ты да убил? Нет, дочь, он добрый. Добрый? Посмотри, как он своей рукой машет тебе. Да я тебе говорю, смотри, мне вообще. Кажется, что если он тебе сейчас одной левой даст, то ты отдашь другой синей. Дочь, это неправда. Нет. Давай проверим. Нет, я такого не хочу проверять, между прочим. Почему? Почему, пап, почему? А вот не хочу и все. Так. Давай я тебе помогу. Давай. Давай его. Туда его. Блин, что-то у вас... Слушай, какой-то он слишком жесткий. О, есть. Фу. В ловушку не попади, в ловушку не попади. Возвращаемся. Так, дочь, делай клетку. Зачем? Потому что если я их выпущу, они будут бегать за мной. Так, подожди, папа, где сделаем? Давай где сюда. Давай сделаем здесь, потому что мне кажется... А почему надо делать? Ну, там их четверо, да? Да, четверо. Давай такую, вот. Вот так. Потому что это очень опасно. Они опасные преступники, так? Давай, второй ряд тоже ставь. Второй, блин, я думаю, один хватит. Так. А зачем так делаешь? Ну вот, второй ряд. Так. Оп. Все. Осторожно. Пап, осторожно, смотри, как они бегают. А я говорю, что они вообще капец какие. Так, подожди, пап, смотри. Чего? Так. Ой, подожди, нифига, смотри, сейчас он, дочь, смотри, сейчас мне кепку сломает. Где? Ну-ка, давай-ка. Нагрей меня. Ну ты. Пап, ну зачем ты издеваешься оп над ними? О, кепка сломалась, видишь? Что, ну чё, чё? Так, я ай. Давайте, всё, лечитесь. Всё, пап. Всё, дочь, пойдём к солнцу теперь. Так, пошли. Идём обеда к солнцу. К солнцу. Ой. А где ты? Вот тут, дочь. Я? Ой, блин. Я туда не пойду. Пойдем, дочь, пойдем. Нет, я туда не пойду, мне очень страшно. А кому сейчас не страшно? Тебе. Так. Фух, дочь, мне очень страшно. Я прыгнула на одну. Вот это, кстати, очень дочь, опасно. Тут их 101. Да, пап, я вообще плохо вижу, если честно. У меня в глазах все сливается. А почему? Я не знаю, потому что коричневые. Ай! Все коричневое и все. Ой, дочь. Че? Сейчас я к тебе приду. О. Пап, уж не надо ко мне ходить. Так. Дочь, я где? Дочь! Чего? Стой на месте! Да не буду я стоять на месте, надо прыгать. Так, блин! Так. Пап, ты где? Сейчас я к тебе. Так. Пап, что ты ко мне-то все время? Иди сам туда. Дочь! Да я не могу разбежаться даже. Так. Мне тут места не хватает. Разбегайся, дочь, разбегайся, я их почистил. Да я уже за тобой вообще-то. Жду, когда ты там разберешься. Так. Пап, аккуратно впереди. Вон, смотри, стоит какое... О, а может я здесь паунпоинт поставлю? Так. Пап, да поставь уже что-нибудь, пожалуйста. Текс. Оп. Ой, смотри-ка, они прыгают туда. Еще по красоте. Так, у кого по красоте? Так они все же, естественно. Это же самая ужасная страшная вода. Это как? Она бывает страшно ужасная? Конечно. Так. Круто ей. Ой. На. Так. Оп.
Эй, дочь, ну тебя там долго ждать-то? Эй, дочь! О, я свой посох уки выкинул. Капец. Так, зачем? Есть. Оп, видишь, пап, я прыгаю. Так. Давай, дочь, мы смотрим. Так. А, ага. Надо мне на два прыгать. Ага. Пап, пока. Я плыву. Ой. Отлично. Стужись. Фух, я подушилась, блин. Так, да отлично. Сюда. Пошли. Оп. Теперь нам надо куда? Наверное, сюда. Ой. Они миньёшу держат. Пап, ну да. Представляешь, что они миньёшу держат. Так я и говорю, его надо спасти. Пап, так, о, так. Нифига себе шипы тут открываются. Ай. Так, вот, теперь вот. Надо вот этого уничтожить. Оп. А вы обязательно вот так вот вам открываться? Так, папа, дальше как прыгать? Так. Так. Папа, давай, чтобы нам вернуться обратно. Сейчас справимся мы с ним, дочь, сейчас справимся. Ой, папочка, он уже прыгает. Ха, он сам упал. Есть. Оп. Пап. Ух, отлично. Так. Так. Ох, это было очень жестко. Ура! Так. Мне кажется, вся броня пропала. Ну, бывает. Папа, так. Осталась Анжела. Ой. Уп, вот тебе и уп. Что о, лук и стрелы. Лук и стрелы? Где? А, это надо вот туда. Ну, нифига себе. Так. Я с тобой не пошла. Эй, так, сейчас я попаду. Напулял бы. Так. О, кнопочка упала. Где? Офигеть, а? Вас тут этих Анжел, доча! Ой, здравствуйте, пап, аккуратно, пап. Все? Так, нет? Один алмаз равен одному изумруду. Не открывай сундук, дочь, не открывай, это опасно. Хорошо. Дочь, а почему? Опасно. А почему алмазы меня... пропадают, дочь? Меня загипонетизировали. Вот это нормально. Дочь, забирай вот, Соника. Так. Дочь. Мне некуда его забрать. А мне тоже некуда его забрать. Пап, забирай Соника, пожалуйста. Нет, дочь, забирай его ты. Папа, блин, ну ладно, хорошо, давай. Так. Соня. Все, пап, я готов. Пошли, доча. Так, где? Ставь его. Здравствуй, вот. Брат. Два Соника. В общем, ребята, вот такие вот сегодня испытания у нас получились. Ну а если вам понравилось, то прямо сейчас обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, нажимайте на видео, которое видите на своих экранах. Всем удачки и всем пока. Всем пока, ребята.